Бля, пиздец. Как дела, солнышко? Короче, я не сдала на права. Блять, а что завалило? Теорию, практику? Инспектора, дерево, двух бомжей. Моего мужа больше нет навигатора. Он его разбил после того, как тот привел его на кладбище и сказал: ваш путь окончен. Наташ, кошке голову отрезать? Нет, она же такое не ест. Ой, Колька, мне тут такого нагадали. Верного, умного, доброго, красивого. Наверное, собаку заведу. Девушка, у вас крепкие зубы? Да, а что? Правильно, плохими зубами такую жопу не нажрешь. Алло, Олег, здравствуйте. Вы, возможно, меня не помните. Вы ко мне подкатывали в 2015 году. А я как давай в ее выделываться. Скажите, а ваше предложение еще в силе? Все, я устала. Мне нужен массаж. Или мужчина. Или выпить. Или пьяный массажист. Что-то запуталась. Обычно девушки в среднем за год бывает 20-30 половых партнеров. Что-то я опять где-то проебалась, да? Понятно. Ну вы чисто красавчик. Была бы я помоложе, я бы вам и так Создала бы творческий союз. Создала бы с вами творческий союз, да. Дорогой, слушай, я тут кроссворд разгадываю. Смотри, что хочет мужчина, когда смотрит на женщину? 4 буквы. Борщ. Да нет, там первое «С» и последнее «С». Тогда соус. Блять, сука, заебал, когда ты уже нажрёшься? Там? Ай? Когда придет Лёша просить моей руки, не надо, пожалуйста, вот так вот падать и кричать: «Господи, спаситель ты наш!» Ну просто кивни головой, ладно? Ой. Саш, хотела тебя попросить, когда пальчик туда засовываешь, снимай, пожалуйста, кольцо. Линчик, я, конечно, не хочу тебя разочаровывать, но, дорогая, это не кольцо, это часы. Что? Лен, давай переспим. Подбрось монетку, если выпадет орел, то переспим. Окей. Блин, Решка. Перебрасывай, что стоишь. Вот это папа. Маршрут перестроен. Сейчас гуляла по лесу, а там мужик собаке палки кидает. Хоть бы мне кто-нибудь палку кинул. Хотя бы одну. Алиса, где найти нормального мужика? Подскажи. Мужчины твоего возраста сейчас как унитазы. В каком смысле? Либо заняты, либо полны говна. Ха-ха-ха. С красным кляпом во рту. Да твою мать. У меня с этим парнем полная несовместимость. Я по гороскопу
матерится, он дурак. Так, любимая, бросай курить. Ты знаешь, что целовать курящую женщину — это то же самое, что целовать пепельницу? Целуй ниже, она не курит. О, мне зарплата пришла. Нам. Ну да, нам. Карин, я хочу купить себе машину. Нам. Ну да, нам. Карин, нам тут повестка в суд пришла за неуплату кредита. Не нам, а тебе. Ты меня в свои эти проблемы не впутывай. Мужик на кассе передо мной расплатился за все продукты картой, а за пивко наличкой. Вот это, я понимаю, черная домашняя бухгалтерия. Как мы определяем, когда пора мыть полы? Все очень просто. Если ты ходишь босиком, и к ногам начинает что-то прилипать, и еще 2 дня мы ходим в носках, потом еще 1 день в тапочках, и когда начинают тапочки соскакивать с ноги, потому что прилипают, мы моем полы. Пачки. О, блядь. В смысле подъезжают? Они что, на машине, что ли? Представляешь, купили. Ну, в кредит взял? За наличку. Kia Rio там какой-нибудь? Нет, Touareg. Подержанный? Ну да, позавчерашний. В новой комплектации. Миша, а главное не в деньгах и не в машинах. Я согласен. Главное счастье — это вот. Да. Вот. Вот 3 счастья у нас с тобой. Мы так и хотели. Мы так и хотели. Мы хотели, да. Мы счастливы. Нам что-то хорошо, мы счастливы. Это, ну, и есть все счастье. Откроешь? Ну куда ты собрался? На рыбалку. Какую нахрен рыбалку? Рыба на балконе, водка в холодильнике, лунка между ног. Так, я в магазине беру 3 бутылки водочки и орешки. Правильно, Влад? А орешки зачем? К нам Белочка придет. Ты чем ее кормить будешь? Любят шампанское, мартини, клубничкой закусить. А ты? А я не выебываюсь. Я люблю водку с шашлыком и пивом шлифану. В душе не ебу, кто это. Скажи мне, какой мех самый дорогой? Ну как какой? Норка, шиншилла там. Странно, а папа говорит, чего? Что самый дорогой мех какой-то мандатры. Кого-кого так? Стоп! Почему самый дорогой? Ну, 5 минут потрогал, и 21 год уже платит. Ах, мандатр, значит, дорогая. Сейчас, так, где он там? Ты что, тоже есть в Инстаграме? Да, я есть в Инстаграме! И ты видел все фотки? Да! И там, где я голая, а ем суши и пою лепсы, тоже видел? И эту тоже видел, Лена! И ты меня не лайкнул? Говорил гаишник, говорит, вы знаете, почему я вас остановил? Я говорю, да, знаю. Он говорит, почему? Я говорю, потому что у вас есть такие полномочия. Говорю, если бы меня просто мужик в спортивном костюме остановил, я бы не остановился.
Он говорит, вы обогнали грузовик, там этого нельзя было делать. Я говорю, как нельзя было, если у меня получилось? Он говорит, выписываю протокол, придет повестка в суд, скорее всего, вас лишат прав. Я говорю, может, можно как-то по-другому договориться? Он говорит, как по-другому? Я говорю, давайте пусть теперь грузовик меня обгонит, и мы квиты.